Здравствуй, здравствуй, тетя Хая! Ай-яй-яй! Вам посылка из Шанхая! Ай-яй-яй! А в посылке два китайца! Ай-яй-яй! Два китайца красят яйца! Ай-яй-яй! Здравствуй, здравствуй, дядя Витя! Ай-яй-яй! Вам посылка из Одессы! Ай-яй-яй! А в посылке оркестранты красят яйца в бумеранге! Ай-яй-яй! Посмотри сейчас, как тебя будет мой друг бить. О, классно! Ой, какой хороший класс, забористый. О. Ты кто вообще? Тебе что надо, придурок? Какой же дядя Витя? Пристрелю, как морковку! Дядя Витя, ты что? Вовка, ты живой, Вовка? Да. Как всегда. Молодец. Закрыть! С ума сойду! Что ты, блин? Забыза! Что я тут делаю, блин, а? Елки-палки! Ой, ящик! Что это, блин, куда убираться? Фуражка! Фуражка где-то у меня! Все у тебя ворованное. Надо смазать удар. Что шапка, что фуражка. Смазать. Давай-ка. Тогда удар будет классный. О, а ты его все промазал. Давай, теперь я. Давай, ну-ка. Теперь я. Вот, блин, что дело-то? Ладно, теперь ты. Нормально. Кто быстрее доберется так. До того сейчас, железного сейчас, шарика. Я все понял, я все врежу сейчас. Ну давай, врежь. Обалдеть, блин. Слушай, я не поддавался, Борисович. Это руки кривые такие стали. Вот так, а представляешь? В каменном веке. Вон твой. А, да. Да-да-да. В каменном веке, как люди наловчились играть. Ах ты, елки. Ну, а ты теперь. Мазила, мазила. Так. На себя посмотри. Ну, сейчас-то я, наверное, смазать надо все. Чего? Давай. За один прыг сейчас. Ну-ка. За один сет. Невероятно. Кто мазил? На-на-на-на. Это, слушай, это просто какой-то... Кто-то меня, это черти мутят меня.
Отлично. А так. Отлично. Что-то мне кажется, что я выиграю. Фига себе. Маленький-маленький надо удар. Маленький-маленький касание. Ах ты. А, зато ты перескочил куда. Ух. Давай. Глазомер. А точно, блин, точно перескочил. Сейчас бы его не потерять. Вон твой. Глазомер у тебя. Вон твой. Подкачал. Обалдеть, мой еще надо найти. Найти надо еще. Все. Вон твой, вон. А, вот он. Вот он. Слушай, ничего врезал, а мимо. Молоко дал. Ах ты, я тоже переборщил. Хотя глазомер подведет, нет? Ух ты, молодец. Нормально, слушай, нормально, смотри. Рядом совсем. Да, ближе, чем я. Давай. Одинаково. Теперь я, давай. Раз, полторы палки, и здесь тоже. Давай-ка полторы я сейчас... клюшки, чуть побольше здесь. Ну, давай. Игра приобретает особую остроту. Да. Особую. Неужели ты... Ну-ка, не торопись. Я тебя умоляю победить. Что такое? Что такое? Давай посмотрим, как ты ударишь. Что такое? Ну-ка. Посмотрим, как ты еще ударишь. Вон, это. Вон, где твой? Вот. А, вот он, да. Ирония судьбы, слушай, ты все время опережал меня, сейчас ты проиграешь. Дед Борисович проигрывает Остапу Бендеру. Что такое? Что не назвал? Что такое? Свою коллекцию возьми. А что такое? Бери все камни твои, какие найдешь. Все камни твои. Тихо. Тихо, тихо, смотри, выигрываю. Ну-ка. Победить деда Борисовича, шанс! Ну-ка, ну-ка, давай. Криворучка. Ты смотри. Я победил! Молодец, да. Ну, новичкам ребята, везет. Ребята! Новичкам везет. Ребята, все, сейчас чай пойдем пить, да? Пойдем, чаем? Пойдем, чай. Слушай, какая игра! Вроде бы безделица, а устали, слушай, устали нагибаться мозги за шарами. Мозги развивает. Вообще, они отдыхают. Отдыхают мозги, я тебе скажу. Да. Отдых. Слушай, ребята, мне понравился. С Борисовичем обязательно сыграем. Какая? Слушай, неужели тебя вот этот снежный человек, блин, научил играть в этот крикет, да, блин, а? А что еще научил ты? Какой острый ум. Фу. У старого пьяного человека. Видишь? Острый. Не зря американцы. Я не пью, Борисович, я не пью. А закусывать не дурак? Да. Закусить не дурак? Я сейчас сюда? Сюда. Да. Да. А вон там, что это, там не твои вещички? Слушай, не ходи. Это же дядя Витя. Он сейчас споит. Не ходи, я умоляю вас, не ходите к этому человеку. Это опасный человек. Он своей водкой вас споит, дурачок. Не ходите к нему. А где-то кот мой знакомый. Эй, котяра, Мишка, ты чё? Так, Витёк, заканчивай, давай вот эту хрень, заканчивай. Сейчас подъедут ребята. О! Эй, товарищ! Купи часы! Дяденька, купи, 1000 рублей всего! Не, не надо. Не надо. Не надо. Не ходите к нему, я вам говорю, дебил, не ходи к нему! Идиоты! Идиоты! Разрешите присесть. Забил заряд я в пушку туго.
И дома угощу я друга. Постой-ка, брат, месью. Ха-ха-ха, месье. Садись, братан. Спасибо. Дай угадай, ты чё? Ты турист, что ли? Да. Франсе? Да. Ви. Ви, я помню это слово, ви, а франсе. Кто ж ты такой-то, милый человек, а? Я журналист. Журналист. Как тебя зовут? Коньячок будешь? Сразу вспомнишь? Будешь петь коньяк? Давай, давай. Убана, наш человек! Давай. Аккуратнее, 45 градусов. Франсе. Ты кто? Франсе. Я журналист. А зовут меня Маркиз де Сад. Чё? Ты кто? Я журналист. Журналист. А зовут меня Маркиз де Стас. Маркиз Карабас! Ха-ха-ха! Маркиз Карабас, блядь! Витька! Витёк, я тебе говорил! Не подпускай к себе никакого француза! Это охотник за головами, блин. Ты понял? Не подпускай к себе никакого француза. Бошку оторвет тебе сейчас. Это киллер. Витёк, киллер таких пьяниц, как ты. Ищут, блин, ты понял, да? Понял ты? Понял ты, Витёк, да? Маркиз Карабас! Чьи-то поля, маркиза! Маркиза, маркиза Карабас! А чё смешного-то? Да ничего, просто ты, братан, похож на моего одного знакомого кота в сапогах. Он тоже думает, что он маркиз, блин, Карабас. Ау, ау. Я искал вас, Виктор. Виктор! Слышь, месье, какой я тебе Виктор? Я дядя Витя, меня тут все знают, как дядя Витя! Ха, Виктор! Я частный детектив. Слушайте меня внимательно. Мать моя женщина, неужели чертик опять пришел ко мне? Ёбаский бог, а? Ваш родной брат по отцу живет в Париже. Он живет в Париже. Писатель Виктор Бонбон. Писатель Виктор Бонбон. Я не верю в тебя! Ты все сочинил, там вообще никакой не француз, блин! Ты хочешь, я не знаю, что ты от меня хочешь, ты часы хочешь украсть у меня? Часы купи, ты часы не стал покупать, на, на, я тебе дарю часы, оставь мне коньяк! Все, я не верю тебе, что ты француз, все, свободен, свободен, блин, я братанов жду! Француз, блин, чем ты такая, что ты француз? Да я не верю ни одному твоему слову, блин, француз, блин, какой ты француз. Чем ты докажешь, что ты француз? Чем? Вот. О,
личная медицинская книжка. Там фотография, да, есть? Да. Выдан. Но. Маркизу де Стасу. Читай далее. В том, что он привит. Даже подпись врача и штамп. В том, что он привит от бешенства и может работать и находиться на территории России. И что у тебя такое? Медицинская книжка. А вот еще одна. Что это такое? Удостоверение номер 05037 выдано маркизу Карабасу, да и я прикалываю, маркизу де Стасу, в том, что он проходил курсы массажа в Москве. Юморист. Я верю тебе. Верю. Должны позвонить Виктору в Париж. Я? У меня телефона даже нет! Какой Париж? Ладно. Завтра вместе позвоним Виктору в Париж. Давай. Позвони Виктору, блин, позвони Фантомасу, чертику позвони там. Обалдеть. Я в шоке. Ты чё? Все, чем меня Джесса не ждёшь? Да, закури. Да, за всё, не понимаю. Корабль. Куда он, блин, в Чикаго, что ли, он это? Блин, я хочу уехать отсюда. Я с ума сойду здесь. Эй, капитан! Эй, моряки! Меня моряком возьмите, все! Моряком возьмите меня! Не могу я! Надо ехать куда-то! Ой, блядь! Эй, мань! Что такое, блядь? Куда ты меня там в России тянет меня? Где-то не могу здесь уже! Охренеть! Я говорю. Здравствуйте. Остап Бендер. Кто-то с вами познакомиться. Тираннозаврик. Очень хороший тираннозаврик. А что вы тут делаете? Как вы пришли в наш город? Ну? Зачем? Молодец. Где-нибудь. Ребята, вот такой динозавр пришел в наш город. Классный. К вам пришел или кому? К вам. Москва? Может быть, ко мне. Может быть, ко всем нам. Молодец человек. Забыли бутылочку детскую. Все, понятно. Давай, динозаврик, здоровья тебе, счастья. Давай. Спасибо. Боится людей динозаврик. А чего-то Остапа Бендера зашугался, вышел на улицу. Слушай, дяденечка, да, дяденечка, попал в камеру? Да че, дяденечка? Слушай, сразу в драку дяденечка-то лезь уже. Остап Бендер, это в драку сразу лезет. Дядечка, хорошо, что я про бутылочку, потеряла на свою.